Повлияйте на будущий облик Ярса лесами. Под таким лозунгом в районном центре прошло очередное обсуждение приоритетного проекта «Формирование комфортной среды». Глава поселения Александр Дьячков ознакомил собравшихся с основными правилами наведения порядка в муниципальном образовании. Ярсалинцам напомнили, какие элементы и объекты благоустройства можно предложить и каковы основные требования к ним, сколько этапов проекта, каковы формы и механизмы общественного участия и когда будут подведены итоги. Свои предложения по благоустройству дворовых и общественных территорий жители села могут направить на электронную почту, оставить на сайте администрации сельского поселения и Ямальского района. Также свои идеи и пожелания можно приносить в письменном виде в администрацию поселения или положить в ящик, который расположен в Центре национальных культур. Уже надо сформировать программу благоустройства до 20 декабря 2017 года, но в любом случае мы будем продолжать принимать заявления. Где-то, может быть, она программа будет корректироваться, но хотелось бы, чтобы все это было в течение ноября месяца. Потому что я планирую проводить собрания уже с жителями многоквартирных домов, с предприятиями, учреждениями, организациями именно по обсуждению вот этой комфортной среды, чтобы было уже о чем говорить.